Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Иван, и сегодня я покажу небольшое такое приобретение, вот свой налобный фонарик. Вот такой вот у меня фонарик, модель CP5501, называется он Нэн Пао Пао, вот. Headlight. LED Headlight. В комплект входил сам фонарик, собственно. Крепление на лоб. И регулируемый ремешок для крепления на лоб. Также входил вот такой вот провод с разъемом microUSB. Для начала подготавливаем. Вставляем наш ремешок. Вот аккуратненько вставляем. Вы можете его отрегулировать по похвату своей головы. Вот. Вот так у нас он одевается на лоб. Вот, и вот так вот вставляется. Фонарик у нас регулируемый, то есть может нужно так наклоняться. Вот, имеется два режима подсветки. Вот такой вот и вот такой вот. Сейчас я вам покажу в темноте, как все это выглядит. Так, темнота. Вот первый режим. Второй режим. Ну, я им сегодня уже пользовался. Надо было подсвечивать внизу, вот на цокольном этаже. У нас есть небольшая каморка, там надо было прокрутить планку. Вот. Вот планочка, которая дверь так вот упирается, когда закрываешь. Надо было, точнее, немного дополнительно укрепить, потому что она была прибита гвоздями, и я закрутил саморезами. Крутил своим шуруповертом. Вот и в темных помещениях оно помогает, оно очень поможет. Я лично также купил для учебной практики на аэродроме Выборгском авиационном техническом училище гражданской авиации. Что-нибудь где-нибудь подсветить в разлете, либо в радиоотсеке. Очень, кстати, полезным техникам по планеру двигателю. Так как в хвостовой балке находится, собственно, вал трансмиссии, хвостовой вал трансмиссии и болты, которые держат балку. И техники по авиационному радиоэлектронному оборудованию. Там у них находятся различные щитки, распределительные коробки, различных систем, противопожарные, речевого информатора, противообнительные системы, различные радиостанции, блоки различные. Иногда там находится бортовой самописец, БУР, бортовое устройство регистрации и магнитофон самолетный, МС-61. Вот, либо же не обязательно в хвостовой балке, просто посмотреть где-нибудь в вертолете. Если темно, он стоит в темном ангаре. Вот. То получится довольно-таки удобно. Вот здесь видите резиновая. Покажу резиновая. Вот такая крышка открывается. Вот тут у нас кнопочка. И здесь разъем для нашего зарядника. MicroUSB. Еще раз повторю. Наручка у нас. Вот. Так, как-то так, фонарик у нас может изменять угол наклона. А также, как при этом бонус, он имеет магнит. Вот здесь вот. Сейчас покажу. Я думаю, это... Может быть, для двух назначений. Берем, скажем, бету для шурпёрты. Хоп. Саморез. Магнит. Шайбочку. Магнит. То есть, очень удобно, если, допустим, вы в кладовке что-нибудь там делаете. Шурпёртом вот так вот жик берете и закручиваете. Либо же
Если вы сверлом и битой шубы не искать, ну так вот сразу берете. И все у вас под рукой. Либо же это для фиксации на различных металлических поверхностях. Сейчас покажу. Тоже на примере стремянки. Вот. Предположим, вот я что-то делаю. Вот. И подсветить будет очень как раз. Если, скажем, тут, если бы у меня не было света, вот. Или же включили, то данный фонарик спасет вас. Вот тут стоит аккумулятор. Как такая батарейка. Заряжайте его по мере разряда. Вот. Заряжается от обычной. От обычного адаптера, вот такого вот. Для телефонов, планшетов и так далее. Ну, ремешок довольно-таки на ощупь приятный. Пластик не пахнет. Резинка тут тоже. Вот эта резиновая кнопочка тоже не пахнет. Что мне и нужно. Вот данный фонарик очень довольно-таки удобно сидит на голове. По обхвату можно отрегулировать его вот этим вот. На ремешочке есть такой вот. Как бы сказать, не знаю, бегунок, не бегунок. Вот. Так что вот так вот. Вот такой вот налобный фонарик. Пока не могу ничем сказать. Мне он, да, мне он пришелся по душе, довольно-таки нравится. Пользуюсь им пока немного. Вот. Пригодится мне как на ремонте дома, шум поделать, скажем, там, в кладовке. Так и на учебной практике. На вертолетах Ми-8Т и Ми-2. Вот. Ну и в последующей, в будущей работе авиационным техникам по планеру и двигателю. Вертолетах Ми-8Т, МТВ, АМТ. Вот. Так что вот так. Единственное только, что здесь нету моргающего режима, потому что я видел фонарики, но правда не, блин, одна лампочка. Там слабый свет, яркий свет и мигающие лампочки. Вот. Здесь только два режима. Ну, в принципе, больше-то не надо. Ну, в общем-то, я как-то так. Вот такой вот фонарик всем вам рекомендую. Вот, довольно-таки у него хорошая комплектация. Плюс то, что есть магнит, можно что-нибудь примагнить, чтобы было под рукой. А можно какой-нибудь металлической поверхности. Вот. Скажем, к штангенциркулю он довольно-таки хорошо магнитится. Вот. Ну, можете к стене какой-нибудь, там, не знаю, к холодильнику. Может, там, не знаю, что-нибудь ремонтируете. Пожалуйста, вот, пользуйтесь, как ваша душа пожелает. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, нажимайте на колокольчик. Всем спасибо за просмотр еще раз, всего вам наилучшего, и всем пока.